Здравствуйте, друзья! Вы, как всегда, на нашем любимом канале «Давай наливай». И мы сегодня не только набьем, а даже выпьем. Сегодня у нас на обзоре бутылочка маленькой виски. Виски вот такой. Называется Lauders. Шотландский бленд. Трехлетний. Начнем обсуждать это прекрасный янтарный напиток. Обратим внимание на бутылочку. Бутылочка с выпуклостями, необычная. Таких бутылок я не видел ни в одном бренде. Что можно сказать о бренде? Бренде Lauders основан в 1834 году Арчибальдом Лаудерсом. Человек продавал виски и решил попробовать сотворить чего-то. Это бленд, по некоторым данным, состоит из 50 спиртов. Спирты здесь в основном пшеничный, потом ячменный и что-то у нас еще. Кукурузный. Кукурузный, подсказывает мне оператор, кукурузный ячмен, колор сахарный, солод ячменный. Вот бы как бы все. Осталось время откупорить эту бутылочку. Откупориваем. Пробочка обычная, без дозатора. Все просто. Первое впечатление о запахе. Запах обычный, нормальный, вискарный. Спиртозности большой не вижу. Наливаем. Для пробы. Сегодня закусывать мы будем яблочком. Нальем оператору, узнаем его мнение тоже. Пробочку сложим в сторону и начинаем смотреть. Посмотрим ножки, как он стекает. Ножки есть, ножки хорошие. Стекают. Цвет янтарный, золотистый, приятный, красивый. По цвету все, осталось на запах. Запах приятный, ребята. Хороший запах. Нету спиртозности. Спирты в нос не бьют. Прекрасно. Теперь остается только попробовать этот напиток. Узнать, какой он. И советовать вам его покупать или не советовать. Пробуем. Маленький глоточек. Ребята, мягко идет. Самое главное, я сказал, виски мы, как всегда, берем эконом-класса. Некоторые наши подписчики и просто зрители говорят, что мы с нашим оператором пьем шмурдяк. Ну, поверьте, можно пить и дорогой виски, но мы собрались на рыбалку, и нас бы не поняли, если мы... Виски, кстати, был куплен по акции в супермаркете Ашан. Литровая бутылочка, всего лишь 399 гривен. Цена, качество прекрасное. Сейчас оператор одной ручкой со мной попробует. Тепло пошло, послевкусие хорошее, приятное. Какие нотки вкуса? Ну, сухофрукт где-то отдает. Дымности я не слышу. Сейчас попробуем вторую с оператором и скажем вам больше. Приятный вкус. Сейчас закусим яблочко. У нас сегодня яблочки. Дадим оператору занюхать. Ну что, за такие деньги, я считаю, цена-качество. Прекрасные виски. Шотландский бленд. Наш канал рекомендует к распитию этого напитка. На этом будем подводить итоги. Продукт оказался качественный. Можно рекомендовать для распития.
как в кругу друзей, так и в одиночку. Для коктейлей виски с колой, я думаю, тоже можно рекомендовать. Получится неплохой коктейль. На этом все, друзья. Ну, не забывайте, алкоголь вредит вашему здоровью. Много пить мы вам, как всегда, не рекомендуем. Берегите себя, все будет хорошо. До новых встреч!